This is the final at 84 kilograms. На центральном ковре в красном трико борется мастер спорта Абдусалам Гадисов. Представляет команду Дагестана. Спортивный клуб «Динамо» Махачкала, студент Ростовского государственного экономического университета, первый тренер Абдусалама Али Алиев в настоящее время тренируется под руководством Сагида Муртазалиева, победитель первенства мира. В синем трико мастер спорта международного класса Альберт Саритов, Красноярск. Ему идет 24-й год. Победитель международного турнира Гран-при Иван Ерюмин, призер чемпионата России, призер первенств Европы среди молодежи. Постоянные тренеры Владимир Манасян, Дмитрий Миняшвили. Yeah!
Царитов, Красноярск, второе место и третье место сошла Цоев, Алания и Анзор Уришев, Кабардино-Балкарская.